Hola, amigos. Сегодня я нахожусь, никогда не догадаются, здесь. Нахожусь в Бахамаре. Это тоже на севере, как и я. В прошлые разы была, собственно, вот. Вы помните, я была в Пунта дель Дальга, а это не доезжая до Пунта дель Дальга. Приехала сюда снова. Сейчас тут так зелено, еще и так, ну, свежо, потому что дождь прошел, похоже, здесь. В Ла-Лагуне был дождь, было мокро. Но я не застала, я приехала там уже после дождя. Как бы там очень сегодня сыренько. В Ла-Лагуне вообще так замерзло. Но я в шортах, правда. В шортах и в кофте. Кофту одела, штаны там есть, но не одевала. Подумала, ну ладно, приду сюда, тут полно тихих мест, где никого нет, переоденусь. Поменяю шорты на штаны, у меня все с собой всегда. Рюкзак не раскладывается. Ой, какие там волны красивые. Не зря сюда приехала, сейчас я вам покажу тоже. Короче, в Ла-Лагуне так холодно, как вроде я приехала в эту, в Голландию сейчас. Ноги чуть не отпали от холода, но я уже дождалась, пока запрыгнула на автобус. И в автобусе хоть и кондёр был, но не так холодно. А тут приехала, тут, кстати, очень тепло. Не знаю, как будет возле океана. Но так, по улице вот так идешь, довольно-таки тепло. Кстати, желтый флаг, типа еще купаться даже можно на свой страх и риск. Но не знаю, я там такие волны вижу. Ух, смотрите, какие-то домики интересные. Необычное такое, кто место, кто любит такой деревенский стайл, то можно здесь останавливаться. А пляж тут вроде какой-то есть. Я, кстати, к нему иду посмотреть, где он там. Такой вроде и неплохой, можно там, в принципе, можно в Бахамаре отдыхать, приезжать. Ну, это так, по-деревенски будет, однозначно. Какая хоночка раритетная. По-деревенски. Тут не будет такого. В целом, Тенерифе и Канарские острова, наверное, не скажу за все острова. Я была только на Тенерифе и не переживала. Это как одна большая провинция, деревня. Бахамар выставка. Ой, какие волны. Там вот это желтый флаг. По-моему, надо снимать, перевешивать. Гляньте, какой домик. Перевешивать надо на этот, на красный какой-то желтый флаг. Кто там будет купаться? Они купаются вот тут. Но тут видите, какие сооружения есть. Кстати, гляньте, классно придумано. Видите, они как этими ступеньками загородили. Ой, там люди без купальников. Кстати, люди купаются. И люди наслаждаются океаном только вот с помощью вот этих ограждений. Смотрите, какие волны вообще на океане. Сейчас я туда пойду, наверное. Там влажно так. Волны мадре миа. Но это желтый флаг касается только ж вот этого пляжа. Тут-то на пляже, да, хорошо. Смотрите, видите. И плавный заход, и волны есть, но уже все, ослаблены волны. И песочек такой хороший, кстати. Ну что, так Бахамар удивил. Это же, по сути, деревня, но все влажно, так это вода брызгает. Океан, сейчас пойдем туда. Влаги побудем. У нас, кстати, тоже вчера такое что-то на дождь было там на юге. Крутилось, окрутилось, что даже меня сон начал клонить. И все, и не было дождя вообще. Ну, такой сырой прям был, воздух сырой. Тучи висели, но дождь не вылился у нас. Получилось так, что где-то выпали осадки, а тут нет. Да, гляньте, вообще не зря приехала. Я еще такая подумала, ну если Бахамари мне не понравится, поеду опять в Пунта дель Дальга, мне там понравилось очень по-домашнему. Не, мне тут нравится, вообще класс. Мне всегда нравится, куда ни поеду, все новое нравится. Ну, я имею в виду попутешествовать, даже в рамках острова. Это полезно для, не знаю, для общего развития, для самочувствия.
воздухом океанским подышать, что-то увидеть новое, потом мозг переключить с работы на отдых. Как мне испанцы говорят, что я как на облаке вишу и не хочу слазить. Ну, местные здесь, которые меня знают, говорят. Ты типа Estás en el nube. No quieres bajar. Да, да, они правы, правильно. Посмотри, волна такая тут собирается вообще. Ну, красиво там. Невероятно красиво. Далеко вот пляж заснимем, не буду туда на пляж заходить, потому что там много людей без купальников. Ну там немного вообще людей, так немного людей. Я думаю, летом тут много людей, побольше будет. Но могут быть люди без купальников. Вот там особенно наверху кто бежит, загорает. Вот эти, что купаются, эти в купальниках. Боятся, если уплывут, чтобы купальник хотя бы был на Марокко. Если потом волны вообще потрясся. Гляньте, какая красота. И уже Калима уходит, наконец-то. Мне кажется, да не, она еще не ушла. Но тут еще вот эта вот влага идет от волны, короче, плескаются. Видите, вот это вот, это ж не дым, это вода. И тут, кстати, вот все мокрое. Так что в один момент и я могу быть мокрой. Вот это вообще все, в луже прям. Вот эта вода выплескивается, когда сильный шторм, аж сюда. Он мокро, тут такие лужи прям стоят, серьезно. Будем ждать, когда на меня выплеснется. Сейчас я сюда поднимусь. Чтобы посмотреть на эти волны. Воу, красота. Вообще. Хочу даже подниматься. Хочу вот сюда залезть, как этот дядечка, но не хочу потом туда упасть. Ух! Тут так влажно вообще, максимум влаги. Я стою в этом, в облаке из океанской водички. У меня даже очки мокрые. Я чуть, ну, не вижу вот на них, если присмотреться, капельки уже есть, росы. Гляньте, какой океан. Чтобы вы понимали, что такое океан. Там любители, эксперты в плавании в океане. Давайте, вот видите, какая волна идет. Но камера так не передает эту волну на самом деле. Она очень высокая. На видео, наверное, будет казаться поменьше. Но очень серьезно все. А я хотела вверх подняться. Там волны лупят дальше. Здесь все прикольно придумали. Видите, как они пляж загородили? И вообще там, ну, есть чуть-чуть волна. Ну, чтобы интересно хотя бы было. Вроде как в океане купаешься. И люди, кстати, купаются. Сейчас февраль, начало февраля. Смотрите, волна купается. Вы рассказываете, там плавать умеете. Это вас там размажет вот об ту гору камней за пару секунд. Будет один пепел останется. Пепел от костей. Это вот там живет. Такой красивый вид у него. Есть эта труба. Как это назвать? Я не знаю. Мангал, что ли? Камин на улице. Девочка думала отдохнуть тут без никого, и я сюда пришла. Удобно. Сейчас давайте сюда еще подойдем. Ой, не пожалела, что я до Бахамария вышла. Я хотела в Кумбу опять ехать, а потом думала, на обратном пути выйду на Бахамаре, там чуть-чуть побуду. Есть тут что-то интересное или нет. Ну, смотрите, как красиво, неплохо, неплохо.
Вот, рай начинается здесь. Эль Параисо, пьеса Аки. Аки, на вот это сел, на вот эту лавочку, видите? Обзор на лавочку и сразу в раю. Видите, обзорная вам по волнам, по волнам, по волнам, по волнам. Сверху вот за волнами лучше наблюдать. Знаете, как там бьет, бьет. И прикольно, ты купаешься, но тебя не может ударить волна сильно, потому что там такое ограждение высокое сделано. А вон там вон маяк. Пунта Дель Дальга виднеется вдали. И их вот этот, ну не знаю, то отель или апартаменты, дом знаменитый там прям на побережье стоит. Шум такой океана. Чтоб вы поняли, кто здесь главный. Океан здесь главный на Тенерифе. Ну и на остальных Канарских островах тоже. Океану Атлантику. Смотрите, какие волны. Ух! Ух! Я вспомнила, куда я пошла. Где я просто нахожусь, чтобы понимать. Потому что я еще в другую часть этого, как бы, Бахамара схожу. Сейчас. Получается, я в восточной части, надо еще посмотреть. Красота, потрясно просто. Не зря сюда приехала, это супер. Что может быть лучше? В феврале месяце. Чем ходить в шортах, в любимых кедах. И слушать океан. И видеть его. Смотрите эту мощь. Красота, вот эта вот вода мне нравится, цвет вообще. Особенно вот, которая с глубин синяя такая. Цвет воды обалденный. Вот такие вот сегодня виды видны в Бахамаре, на минуточку. Волны супер. Хоть и это опасно, но я в воду не лезу. А, тут еще в Бахамаре где-то эти бассейны есть там общественный. Ну, он прям на океане, просто он загорожен. Там по-другому немного, вот как это. Тут пляж загорожен. Ну, блин, не знаю насчет него, потому что там вроде не такой высокий забор. И прикольно, что тоже оно бассейн, как бассейном прям сделано. Но я там еще не была. Но там можно поплавать, а в открытый океан выходить опасно. Лучше не выходить. Супер. Пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки. Можете дизлайки, если вы не согласны с океаном, попробуйте поставить дизлайк. Подписывайтесь на канал. Всех люблю, ценю, уважаю. Ну и до новых встреч, до новых видео. Hasta pronto.